Hello, hello. С вами Александр Бондаренко, High English. Шестой uh, быстрый тест, уровень print intermediate Новый, 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 новое издание книги English File, четвёртое издание, и поехали. Grammar. Tick A, B or C to complete the sentences. And here we have the example. The theater being used is used have been used for plays and concerts. So, in this case, uh, is used is the correct option. Why is it correct? Because we are talking about general things the theater is used for plays and concerts like always used like that's how it works yeah it, in general general scene if we want to say have been used have been used so we we want to emphasize until now just uh, have been used for five years for example we want to mention the period of time for example for five years То есть используется уже пять лет, например, тогда мы можем сказать, сказать have been used, можем сказать present perfect. Мы можем использовать since present perfect, то есть уже используется с, там, 2020 года. So this theater have been used since 2020. Но no, no, здесь, ребят, смотрите, the theater is used for plays and concerts. В принципе, вообще, да, вообще, present simple, simple, это то, что происходит, как бы, постоянно. Постоянно, поэтому такие слова simple используются как always, sometimes, always. Давайте я вам запишу. Always, always, sometimes, sometimes, often, often, never, никогда и так далее. Present simple. Number one, what kind of food is this? Что это за еда? What kind of food is this? Ответ, I'm not sure. Я не знаю. I'm not sure. То есть я не уверен. Be sure ⁇ это быть уверенным. Видите, be sure используется с глаголом быть, поэтому используется. I'm not sure, I'm not sure. Are you sure? I'm not sure. Нельзя спросить. I don't sure. Нужно сказать I'm not sure, потому что здесь глагол быть, не глагол делать. I'm not sure. Я, я не есть уверен. It must be, it can't be, it mustn't be thai or indonesian, I think. Uh, что это за еда? Здесь у нас отриц... два отрицания стоит и must. It must be Thai or Indonesian, I think. It can be, can be. Be. be и mustn't be can be. Вы используете тогда, когда вы на 100% уверены в невозможности чего? -либо. То есть это не может быть тайская или индонезийская еда. Вот не может быть. It can't be, but but здесь, uh, but but uh, но здесь мы не видим, может, мы, не, мы не видим никаких улик, что это будет can't, I'm not sure. То есть, uh, it must be Thai or Indonesian. I think it mustn't be. Uh, it mustn't be неспорт. It can't be. Мне кажется, здесь must. It must be Thai or Indonesian. It must be Thai or Indonesian. I think. What kind of food is this? I'm not sure. То есть, я не уверен. Я не уверен, но все, все равно у меня есть какое то мнение, и я считаю, что это может... Скорее всего, это тайская, либо индонезийская, я так считаю. Да? Я, я не опровергаю, я не говорю, это не может быть тайская, либо индонезийская. Если это не тайская, индонезийская, то вообще непонятно какая. Но здесь человек говорит, что я I'm not sure, я не уверен. Скорее всего, it must be must, этот человек уверен сильно, что это, скорее всего, он так считает. Но это сложный вопрос, кстати, сложный вопрос. Number two. The film is set in set is set in New York. То есть фильм снят в Нью-Йорке. Или фильм снимается в Нью-Йорке. The film uh, set нельзя сказать, потому что фильм это как бы снимает, и нужно еще добавить S, если фильм что-то снимает, нет. А, а вот действие фирм, фильма происходит в Нью-Йорке, the film uh, да, is set более вероятный вариант, потому что из setting это не сейчас, здесь нет намека на present continuous, типа действие происходит прямо сейчас, нет такого. Поэтому, в принципе, present simple. Но passive, the film is set, фильм снят, фильм поставлен, is set, be set, быть поставленным in New York. Number three. She might be out, she must be out, she can be out, the, the house is dark and her car's not there. То есть, скорее всего, ее нет. Она вышла. She is out. Она вышла. Be out — это быть в ауте, как бы быть на улице. I'm out. Я вышел. Я ухожу. I'm out. She is out. She must be out. Скорее всего, она вышла. Я выберу тут, друзья, must. Почему? Потому что must используется из уверенности. То есть, если вы уверены, что, скорее всего, вот так обстоят дела, вы используете must. She might be out – это когда вы вообще не уверены, вообще, ну, где-то процентов 50 уверенности, 60, что, возможно, она вышла. Но здесь, так как темно в доме, the house is dark, дом тем, темный, and her car's not there, и ее машины нет, то вы делаете вывод, что, скорее всего, она вышла. She must be out. И это будет must. She must be out. Number four. Parts of the Harry Potter films – were filmed, were filming То есть части фильма о Гарри Поттере были сняты, сняты в Оксфордском университете. Parts of the Harry Potter films, мы знаем, что фильмы о Гарри Поттере, это прошедшее время, их сняли, да? Они были сняты, это passive, passive, passive. passive Пассив, мы для пассива нуждаемся в глаголе «быть», и в глаголе третьей форме. Вот этот глагол третьей форме, он постоянно будет неизмененный то есть например М меня спрашивают i am asked да i am asked меня спрашивает то есть я есть спрашиваемый i was asked меня спросили то есть я был спрошен i was asked например вот так смотрите was asked не меняется везде будет я имею в виду asked глагол. Вот это глагол в третьей форме, это asked, он не меняется. Он оканчивается на окончании ID, либо третья форма неправильных глаголов. А be мы меняем в зависимости от времени. Если нам нужен perfect, мы ставим из be perfect делаем. Если мы, нам нужен continuous, мы делаем из глагола be continuous и так далее. Lots of the Harry Potter films were filmed, I think, were filmed in Oxford University, because this is the past, like, были сняты. I'm sorry, but all the tickets have sold. То есть uh, мне жаль, но все uh, билеты были проданы. Не, не сказано, кто продал билеты, поэтому это, это тоже пассив. Пассив это как-то... Нет, мы не знаем, кто сделал действие, или очевидно, кто сделал действие, но здесь не говорят о субъекте, нет субъекта. I'm sorry, but all the tickets, all the tickets, это не субъект, который осуществляет действие, это субъект, над которым осуществляется действие, по сути, это объект. Все, все билеты, all tickets, были проданы. Были проданы, это результат, то есть я продал билеты. Если мы скажем, я продал билеты, в утвердительном предложении это будет I have I have sold. Uh, sorry, the tickets. I have sold the tickets, я продал билеты. Вот здесь я продал билеты. Это результат. Есть результат по состоянию на сейчас. Результат я люблю галочку ставить. Если хрестик ставлю. Uh, so, this is not the. Это uh, тоже present perfect, но это отсутствие как бы результата. Например, по состоянию на сейчас uh, я не продал билеты. I haven't. I haven't sold. Their tickets. Но uh, это present perfect, то есть что я хочу этим сказать? Я хочу этим сказать, что когда вы говорите о результате, вы используете present perfect. Галочка, видите? I have sold the tickets. Или же вы говорите от об отсутствии результата, тоже используете present perfect. I haven't sold the tickets. Но есть пассивный present perfect. Present perfect passive, то есть в пассиве большинство времен, какие есть в активе, тоже Существует. I'm sorry, but all the tickets have, проданы, have been sold. Have been sold. Я использую been, потому что есть результат. И вот, как я говорил, с этого глагола be мы образуем perfect. Perfect как мы образуем? Нам нужно have. И после have идет глагол с окончанием, не с окончанием, в третьей форме. Поэтому я ставлю be was were been. Третью форму какого и будет have been. have been in the global treaty form is sold. So, have been sold. Проще запомнить эту форму. Have been sold. Продан. I'm sorry, but all the tickets have been sold. Мне жаль, но все билеты проданы. Uh, number six. He can, can't be happy Can't to be happy, can be happy. Can't to be happy, nonsense. Потому что после can, после must, после might, после should не используется то. Все, вычеркиваем, сразу же вычеркиваем. He can be happy. He can't be happy. Выбираем. Can be happy. Может он быть счастлив. Или он не может быть счастливым. Uh, he didn't get the job he wanted. Он не получил работу, которую он хотел. То есть он хотел получить работу, он ее не получил. Как же он может быть счастлив? Да не может он быть счастливым. He can't be happy. Почему? He didn't get the job he wanted. Он не получил работы, которые он хотел. Понимаете? Вот. Все просто. И can't be — это когда вы делаете deduction, то есть ваше заключение, мнение о невозможности чего-либо. То есть, например, у меня есть Кот Мурчик, и я, я уверен, что э, он не может говорить на пяти языках. My cat can't speak five languages. То есть я у, уверен в невозможности чего-либо. Когда вы уверены в невозможности чего-либо, вы используете can't. My cat can't speak five languages. Да? My cat can't speak five languages. Окей. Okay. Uh, number seven The film Will made in Britain. Will показывает, что это будущее время фильм как, так, если это будущее и made, сделать, то фин будет сделан в Британии. Будет сделан. Будет сделан. То есть will be made. Я be сюда должен поставить. Почему be? Потому что это пассив. Это пассив. Мы говорим о будущем. И будущее в пассиве имеет глагол быть и глагол в третьей форме. Еще раз пассив — это глагол «быть» в нужном времени и глагол в третьей форме. То есть не фильм кого-то сделает, а фильм будет сделан в Британии. Будет сделан в Британии. Будет сделан. Сделан — это made, третья форма. А будет в будущем — will be. The film will be made in Britain. Number eight. This fish has to... Эта рыба должна... Has to be ate. Be eat Be eaten today. Это рыба has to. Это модальный глагол, который используется с to has to. Эта рыба должна быть съедена сегодня. То есть должна быть съедена. Has to be eaten. То есть не рыба должна кого-то съесть, а рыба должна быть съедена. Has to be eaten. Почему я использую просто be после has? Потому что has to, после to я использую инфинитив. Вот инфинитив be. Has to be. Должна быть. Должна быть. Не должна будет, не должна была, а должна быть. Быть это инфинитив глагола be. be. Has to be. Но to никогда я не забываю, когда у меня budget uh, glagol uh, have to have to? I должен I have to do it. Have to do it. So the fish has to be eaten today. Has to be eaten today. Okay. Number nine. I was disappointed. Я был, uh, расстроен. I was disappointed. Why? When I saw the film. Когда я увидел фильм. В прошедшее время я увидел, Saw. Увидел. When. Когда. When I saw the film. Почему? Because. Because it was being dubbed. Uh, dubbed. had been dubbed, dubbed его дублировали. Uh, pa -pa -pa. Uh, I was disappointed when I saw the film, because it... То есть, нужно понять, дублировали, это понятно, что будет пассив, потому что не фильм кого-либо дублировал, а фильм кем-то был дублирован. То есть, мы говорим, был дублирован, да, глагол be вживаем и глагол используем. Глагол be используем, и глагол в третьей форме, да, be dubbed, быть дублированным, да, be dubbed. Но что здесь интересного в этом предложении? Uh, интересно здесь то, что I was, это прошедшее время, когда я увидел, это прошедшее время, что до того, как я увидел, фильм уже дублировали. То есть помните в прошлом... говорил вам, что, смотрите, если у вас есть действие в прошлом, а до этого действия, до этого, мы не знаем, когда здесь, 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 короче, не важно, когда, но именно действие произошло до этого действия о прошлом, тогда мы используем past perfect. Но здесь будет past perfect passive. И это будет I saw the film because it had been dubbed. До того, как я увидел. I was disappointed. Я был расстроен when I saw the film because it had been dubbed. It had been dubbed. Do you know who was designed, who is designed, who designed this building? Здесь будет просто designed. Почему? Uh, Где-то на уровне pre-intermediate я вам рассказывал, что есть вопросы, которые спрашивают о субъекте. То есть, когда у вас отсутствует субъект, мы не знаем, кто выполнил действие, то... Uh, и здесь вообще вопрос do you know, то здесь Должен быть прямый порядок слов, то есть не «do you know» и вопросительные какие-то слова, «was designed», «is designed», а просто «do you know кто спроектировал», «кто сделал дизайн», «do you know who designed» и все, не нужно никаких вспомогательных глаголов вам здесь ставить. Number 11. «I haven't got the keys», «у меня нет ключей», «I haven't got the keys», «so you might have», «you must have», «you can't have them», «I know one of us has them». Uh, смотрите внимательно на последнее предложение. Я знаю, что один из нас имеет их. The имеется в виду ключи. Keys. Так как I haven't got the keys. У меня нет ключей. Have got иметь. I haven't got. Я не имею. I haven't got. I haven't. Ну, лучше британцы любят использовать haven't got. Я не имею. Можно сказать I don't have. I don't have the keys. Это американцы больше используют. I don't have the keys. I haven't got the keys. Okay, so uh, поэтому, поэтому ты, скорее всего, у тебя ключи. Я не могу использовать you can't have, потому что я, я бы использовал can't have, если бы я уверен, что у, uh, что у тебя нет ключей. Но вот из-за этого последнего предложения один из нас должен иметь ключи, то есть я уверен, что uh, именно они у тебя, потому что у меня их нет, I haven't got the keys, so you must have them. Must, еще, еще раз вам скажу, что когда используется must, то это означает, что вы ну, практически на 100% уверены в этом. То есть must. Сильная уверенность передается глаголом must. Здесь глагол must ничего не означает должен. Должен, здесь он не означает этот глагол. Этот глагол передается степень уверенности. Если уверенность низкая, то есть, наверное, ключи у тебя. You might have the keys. Или you could have the keys. You, or you там, can have the keys, например, можете сказать. Тогда ну, низкая уверенность, там 60% уверенность, что где мама? She might be in the garden. Она может быть в саду. Where is your mom? She could be in the garden. То есть, видите, вот эти might, can, could, они могут передавать степи, степень уверенности, но это маленькая уверенность. Если вы сильно уверены, вы используете глагол must. Must. I haven't got the keys, so you must have them. Скорее всего, они у тебя. А, потому что один из нас имеет эти ключи. Number 12. They can't be French. They mustn't be French. They don't have to be French. They are speaking German. В, опять они, они французы, они, они разговаривают на немецком. Вот второе предложение опять нам помогает здесь, так как они разговаривают на немецком, они не могут быть французами. французами да? They can't be French. Вот то, что я только что говорил, когда мы uh, can't мы используем, когда мы уверены тоже на 100%, кстати. Uh, can't с not, именно с not здесь, уверенность на 100% с can't используется тогда, когда у нас есть именно can't. Can и плюс not, то есть тогда стопроцентная уверенность практически вне возможности чего-либо, не может так быть, can't, they can't be French, can't be French, здесь логики большой нет, но когда отрицание, то стопроцентная уверенность не может быть вне существования чего-либо, вне возможности чего-либо, can't когда вы уверены в возможности стопроцентной, да, что это так и есть, вы используете must. В невозможности будет, будет can't. They can't be French. Что они могут, они а быть французы. Number 17. The museum is being painted, painting, being painted at the moment, so it's closed. То есть музей закрыт. Почему он закрыт? Потому что он сейчас его красят. So the museum is being, pa is being painted. Is being painted. Это Пассив. Почему здесь я буду использовать пассив? Как вы считаете? А все просто. Мы используем пассив по простой причине, что at the moment у нас есть, то есть действие происходит прямо сейчас. Вот в данный момент в данный момент происходит действие. The museum is being painted at the moment. Музей сейчас красят. Продолжительное действие происходит. The museum is being painted at the moment, so it's closed. А глагол be мы с глагола be делаем. Present continuous, а глагол в третьей форме painted, он остается. Есть красивый. Вот так как-то у них такая будет структура. Ну, я, я могу, кстати, пассив использовать в прошедшем времени. Часто он существует. Например, музей был покрашен, был будет was. а paint в третьей форме будет painted. И это будет past simple. Я могу спокойно написать. Давайте вам напишу предложение за музей. The museum was painted. Музей покрасили. Was painted. Дословно был музей был был как-то неудобно писать этой мышкой. Еще раз. Вот так. Вот так был покрашен. Да, was painted, был покрашен. Мы можем сказать, музей есть покрашен. То есть, есть крашеный Is painted. И можем сказать, что сейчас красится. То есть, есть красивый. У нас нет такой формы. Есть красивый. У них есть. Есть красивый. То есть, красится. The museum is being painted at, at the moment, so it's closed. Number fourteen. Hello. You must to be. You must be you, must be in Tanya, the new receptionist. То есть uh, здесь, uh, привет, скорее всего, ты Таня, новая, новая То есть человек, который сидит на ресепшене, сидит. So, hello, you must be, скорее всего, ты, ты есть. You must be Tanya, the new receptionist. Number 15, the best-selling book. Самая, самая продаваемая книга was written, была написана. Видите, это пассив, пассив, пассивный Залог. Была написана. Глагол «быть» в прошлом uh, времени. И глагол третьей форме. Was written. So the best-selling book was written with an ex-footballer, footballer by an ex-footballer, from an ex-footballer. Написан «кем» будет всегда «by». Или нарисован «кем» будет «by». Книга Стивен, написана Стивеном Кингом. Название книги и пишется просто «by». i'm Stephen King. By Stephen King. By Kim. Uh, number 16 Alan can't work, might work, mustn't work in computing. His computer skills are terrible. Вот такое предложение нам даёт подсказку, так как его скиллы skills, навыки просто есть ужасные, are есть ужасные, terrible. Он никак не может работать в, в компьютере заниматься компьютерами, как бы. In computing. Alan can't work. Can't work in computing. He can't work in computing. Да не может он работать. То есть мы уверены. Сильная уверенность в невозможности передается с помощью count. Стопроцентная практическая уверенность, в невозможности чего-либо будет count, стопроцентная возможность в возможности чего-либо будет must. То есть, скорее всего, она замужем. Если мы хотим сказать, скорее всего, она замужем, мы говорим she must be married. She must be married. Но если я хочу сказать, что, скорее всего, она не замужем, я скажу she can't be married. Это не может быть она замужем, например. She can't be married. She is only 14. Ей только 14, например. 17. Uh, that must be, can't be, might be, might sister, и здесь будет развязка, должна быть, but I'm not sure, но я не уверен. Uh, если я I'm not sure, то я не буду использовать must, потому что must это 100% уверенность в возможности чего-либо. Я не буду использовать can't, потому что can't это стопроцентная уверенность в невозможности чего-либо. Я могу ошибаться, но я уверен на 100%, да? So that might be. I здесь it might be, Может может Maybe yes, maybe no, da, yeah? might. That might be Marcus sister, but I'm not sure. Number 18. I think this bread baked was baked was baked last week. I think this bread Мне кажется, этот хлеб baked, он, он был испечен. То есть я, я буду опять пассив использовать. Пассив — это когда не хлеб кого-то испек, а хлеб был испечен. И last week — прошедшее время на прошлой неделе, и здесь просто был испечен, was baked, все. Потому что форма это есть в языке. So I think this bread was baked last week. Was baked last week. Uh, number 19. The castle has used, used, been used in several historical films. Uh, this has у нас есть подсказка, потому что has он, оно задает как бы тон нам, но не тон задает, а просто подсказывает, что это будет какое-то перфектное время. То есть uh, experience опыт по состоянию на сейчас uh, этот замок использовался использовался. То есть не замок кого-то использовал, а использовался. То есть замок это будет в пассиве. то есть он он кем-то использовался has been used. И perfect present perfect passive has been used has been used. Не замок кого-то использовал а он был использован в нескольких фильмах has been used in several historical films. Perfect, потому что present perfect, потому что по состоянию на сейчас вот сейчас mm -hmm. это здесь нет никакого прошедшего времени ничего. Uh, number twenty. This shop closed. Will be closed. Is being closed. On Tuesday and Friday next week. Okay. So, this shop uh, closed. Нельзя так сказать, потому что, ну, что значит closed? Мне этот магазин закрывает кого либо или закрывается кем либо. То есть кем либо закрывается. Значит, be и глагол в третьей форме будет закрыт. Will be closed or is being closed. Is being это как бы сейчас действие происходит. А здесь я говорю, что произойдет, как бы в будущем next week is being closed, но здесь э, не, нельзя откидать, вот взять и откинуть эту форму is being closed, потому что это present continuous как-никак, но все-таки, я думаю, лучше сказать will be closed, будет закрыт, и все просто, да, this shop будет закрыт в Tuesday, Tuesday это вторник, and Friday, и в пятницу на в следующей неделе, все, мы это сделали, ребят, подпишитесь на канал, попрошу вас еще, если вы вот слышите, что я говорю, э, оставьте комментарий, поставьте лайк, например, и, и, все. И тогда будут видео постоянно, постоянно будет видео. Uh, так, буду смотреть по просмотров. Будут просмотры, будут видео. Так что подписывайтесь. Vocabulary. лексика. Tick uh, the correct words for the definitions A, B, or C. For example. Смотрим example. A film where the actors sing. Фильм, где актеры, актеры <laughs> поют musical. I hate musicals, actually. Number one, a film that conti continues the story of an early film. film. То есть фильм, который продолжает историю uh, с предыдущего фильма это называется сиквел. 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 все актеры в фильме это cast. В конце пишется cast, как да? Когда фильм оканчивается, там титры идут и написано cast у нас говорят, роли исполняли. Каст, это все каст, от слова кастинг, да, кастинг, кастинг. A person who plays a small and important part, cameo, да, or extra, да, extra будет, то есть э, человек, который там на пять минут показался в фильме или на две минуты, и это называется a person who plays a small and important part. Number four, the story of a film or a book, история фильма либо книжки, это плод, сюжет, скрипт, это сценарий, сын это сцена, конечно же, плод, это сюжет, это история книжки или фильма. Uh, number five, translation, translation, перевод, on the screen, на экране, of the words of the film, слов, которые используются в фильме, слов фильма, это subtitles, это не review, не обзор фильма, не скрипт, не сценарий, <coughs> а субтитры, B A, tick A, B, or to complete the compound nouns. Compound nouns are составные существительные. for example, shop assistant is a composite Science, science fiction, научная fantastic will science fiction here. Uh, effects, scene effects, special effects, subtitle, just special effects, special effects, special effects, action film. Active film acting film action film Ba victor да? action film action film yes action action действие, action film uh, sound music soundtrack sound set soundtrack тоже popular so Sound soundtrack soundtrack uh, film Ost Number 10 historical film history film historically film uh, historical film historical film historical film wid this Uh, «He's got short curly hair». Ну, здесь нужно еще по, э, понимать, что зачем используется. Используется «opinion» сначала. «Opinion», «size», «размер», «age», «возраст», «shape», «temperature», «color», «material» и «purpose». То есть «opinion» — это «curly», это не «opinion», «size», «размер». Это, да, смотрите, «shot» — это «размер», значит, сначала мы говорим short, а потом уже говорим форму «opinion», «size», «age» shape, вот форма. То есть сначала я не могу сказать curly short hair. Uh, прилага... Adjectives, эти прилагательные, они имеют специальные ранг, специальную иерархию. Сначала мнение, opinion, потом размер, потом возраст, потом shape, shape это форма, температура, color это uh, цвет, material материал и purpose цель. Opinion, Size, Age, Shape, Temperature, Color, Material, Purpose. Вот это я на, на наизусть выучил. Opinion, Size, Age, Shape, Temperature, Color, Material, Purpose. Помогают вот такие решать uh, задачки, можно сказать. Задачки, собственно, сначала Short, потом Curly. Ну, здесь не так важно, это не, не, на, не на эту тему вопрос, но все же Curly Hair, да, Curly Hair. Будет Short Curly Hair, не Curly Short Hair и Curly за ветушками такие кукчавые волосы будет curly hair не curl не bold, bold это лысый вообще означает number eleven you should have your hands chin shoulders up and smile more to give good impression то есть нужно держать хвост пистолетом и smile more чаще улыбаться чтобы производить э, хорошее впечатление so you should have your your chin up chin up это подбородок держать вверх да? chin up chin up давай выше выше носа да? а у них говорят выше подбородок. These shoes are too small. Эти шузы слишком маленькие. They hurt my... Они, они, как бы очень сильно травмируют my fingers, мои пальцы, рук, toes, пальцы, ног, мои колени. Ну, шузы на коленях не носят. Носят на пальцах ног, да, поэтому toes здесь будет, в английском языке есть различие fingers, это пальчики на руках, а toes это пальчики на ногах. Let's push a football, let's not a football, let's kick a football around on the beach. A football это не футбол, это футбольный мяч в этом контексте означает. То есть давайте попинаем мячик uh, по пляжу around on, a, on the beach. So kick, kick это удар ногой, kick. Push это толкать, nod это кивать головой. Mm, number 14, Marine pointed, touched, clapped at the station on the map, but we were still lost. Martin как бы показал на вокзал на карте, но мы все равно были lost, мы потерялись. So, pointed. Point — это показывать. Указка pointer, то есть он pointed, он указал. Указал, показал. Uh, number 15. Don't taste, smell, touch the food with your dirty hands. Don't touch the food, то есть не, не так, не... Прикасайся к еде своими, своими грязными руками. Don't touch the food with your dirty hands. So it's going to be touch. Number 16, she thought he was very serious, but then he... То есть она думала, что он очень серьезный, но потом он uh, stared, nodded, smiled. Ну, наверное, она думала, что он сильно серьезный был, а потом он взял и улыбнулся, and smiled. Stared – это в, смотреть пристально в глаза, то есть пялиться. Nodded – кивнуть головой, кивнул, то есть в прошедшем времени. Number 17, the show was fantastic, show было просто фантастическим, and everyone, и, и каждый, то есть все или каждый, дословно это каждый, everyone pointed, clapped, looked at the end. То есть если шоу было фантастическим, то все, наверное, uh, clapped, похлопали в ладоши. So, and everyone clapped at the end. So clapped is going to be the correct one number 18 I turned around Yeah, when I heard someone когда я услышал как кто-то someone hear someone do something то есть после hear someone нужно использовать инфинитив uh, без to hear someone do something whistle throw stare ну если услышать то нельзя услышать как кто-то пялится на вас и кто-то кидает whistle свистит наверное да whistle Joe didn't say anything but I know she agreed with me she ничего не сказала, но я знаю, она согласилась со мной. She nodded, kicked, stared, kicked, дала купника, stared, она вытриш, пялилась, nodded, кивнула головой. То есть nodded. Okay. I bit my nose, neck, ton yesterday when I was eating an apple. I bit my. What did What did I do? I bit my. когда я ел яблоко, и я укусил что? Я укусил нос, укусил себе, или шею, или язык. Прикусил язык, мы скажем, прикусил язык. Тон — это язык. Тон — язык, запоминайте. Тон — язык. Все, друзья, сейчас у нас будет pronunciation. Готовы? Поехали. Which word has a different sound? Это будет I, wide. Это будет I, smile. А здесь будет не sign, а thin – вот так читается сын все дальше байт i здесь вообще все три буквы и читается это i глаз overweight wait здесь читается не i а overweight поэтому это и будет как correct correct uh, thin so here we have byte i i byte i i again and here we have overweight stare air face a taste this face it taste at nako a a face taste поэтому different sound is going to be in a number 3 fair straight hair fair hair fair hair straight сюда не выписывается вообще вообще не выписывается number 4 mouse owl. mouse row, round toe mouse round toe so ow, ow, as this O, oh, toe, mouth, round toe, brown, shoulder, nose, bra, ah this ah. brown, uh, brown, shoulder, nose, brown, own, show, O, oh, shoulder, shoulder, nose, brown, put it, brown, yeah? okay, now which is the stressed syllable, который, слог под A, B, or C? например, exciting, здесь будет не exciting, не exciting, не exciting, и, ну, да, exciting, exciting, второй слог ударения. Дальше, дальше у нас слово musical и musical это первый слог ударения, musical, не musical, не musical, а musical. О классное слово, charisma, 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 charisma. charisma. Такой слог под ударением. Charisma. Классное слово. Uh, animation. 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 Uh, number nine. Subtitles. Первый слог под ударением. Subtitles. And number ten. Comedy. Первый слог под ударением. Все, друзья. На сегодня все. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Обязательно поставьте лайк. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.